вышли очень сконцентрированно, здорово, собрано, хорошо забили сразу. И это она пошла на пользу. Второй мяч следом забили, тоже пошла на пользу. Собрано, и дальше стали выглядеть. Появлялись силы, уверенность. В итоге третий. Там чуть подрасслабились, пропустили гол, ну ничего. Вышли на второй тайм, тоже собрались. В принципе, довели матч до логического завершения. В первую очередь надо было хорошо отнестись к этому поединку. Просто не дать сопернику разыграться, чтобы убрать их сильные качества, которые у них есть. И просто играть в свой футбол и показывать свою игру. Зачем нам от кого-то подстраиваться под кого-то и от кого-то там действовать. В общем, мы играли свою игру, и это к нам все провело. Выполнили установку. Конечно, дни позитивные эмоции. Очень рад, что ребята помогли мне это сделать. То я всех поздравляю с победой, в том числе абсолютно всех болельщиков. Спасибо, что пришли, поддержали нас.